сотрудничество с профессиональным клубом «Нижний Новгород» мы в начале пути обсуждали проекты поддержки подобных мероприятий. Сегодня для нижегородского бизнес-сообщества важно не только вносить свой вклад в развитие региона как налогоплательщикам, но и особенным образом поддерживать социально значимые проекты. Это самое важное, чтобы мы заразили это ребята просто баскетболом, чтобы баскетбол попробовали быть в Нижнем Новгороде, либо в Нижней Новгородской области, был правый спорт. Он начал прыгать и психовать. Да. И психовать начал. Часто тренинг психует? Нет. Только первый раз. В первую игру он психовал. Почему? Ну, проигрывали. И нас заслуживали нечестно. Заслуживали? Судейск не очень, да? Да. Турнир очень сильный по составу, то есть лучшие школы Нижнего Новгорода здесь. Было очень интересно сюда приехать, вот, поэтому пробуем себя, смотрим, над чем работать дальше.